Всем привет! Я рада, что вы зашли на канал Tessa Art. Сегодня у нас будет пасхальная тема. Также я советую вам зайти на канал How to Draw. Там будет также видеоурок, посвященный Пасхе, плюс там много интересных видеоуроков, связанных с акварелью. Ссылка будет в описании под видео. А мы приступим. Для начала я советую нарисовать набросок. У нас будет кулич, 4 яйца. Слева в углу у нас будет окно. А снизу будет лежать веточка вербы. Список всех материалов будет в описании под видео. Возьмем белило титановый и кобальт синий. Плоской кистью мы закроем задний фон. Сначала все закрашиваем белилами, а потом местами добавляем синий цвет, чтобы задний фон не казался у нас таким плоским белым. Далее берем сиену жженую, перемешиваем ее немного с белилами и закрашиваем стол. Старайтесь не закрашивать кулич и яйца. Затем берем омбру жженую и полностью закрашиваем кулич. После этого местами можно добавить белила, смешанные с умброй, либо сиену, чтобы передать объем. Thank you.
Теперь будем закрашивать яйца. Я взяла 4 цвета: английскую красную, лазурь железную, краплак красный и зеленую травяную. Вы можете взять любые цвета, которые вы хотите. На примере одного яйца я покажу принцип. Сначала все яйцо мы закрашиваем в один цвет. Затем в этот цвет добавляем немного белил и закрашиваем одну сторону, показываем, что туда у нас падает свет, а потом ставим несколько белых точек. Это будут блики. И так поступаем с каждым яйцом. Теперь сделаем верхушку кулича. Сначала просто закрасим белым цветом, а потом местами добавим такой серый либо синеватый оттенок. Рисуем свечку сначала просто коричневым цветом, а затем с правой стороны добавим немного сиены жженой. И черным цветом нарисуем фитилек. Берем лимонную краску и рисуем огонечек. Также по бокам от огонечка можно нарисовать небольшие лучики. Голубоватым цветом снизу можно добавить небольшую тень от свечи. Дальше разноцветными точечками можно украсить кулич. Берем черную краску, разбавляем ее немного водой и делаем тень.
Рисуем голубое небо в окошке. Также можно нарисовать, например, деревья. Я еще попыталась сделать небольшую церквушку. Вы можете просто нарисовать какой-то солнечный день или то, что вы хотите. Черным цветом я также решила отметить раму окна. И сейчас можно видеть, как я пытаюсь сделать что-то напоминающее купола церкви. Не буду подробно рассказывать, как я это делала, потому что, на мой взгляд, здание я рисую не очень хорошо, но для заднего плана сгодится. Осталось нарисовать вербу. Для начала просто рисуем веточку. Затем разбавленным черным цветом можно отметить тень. Далее коричневым цветом мы рисуем плоды. А потом поверх коричневого мы добавим немного белого.
Вот такой рисунок у нас получился. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, выкладывайте фотографии своих работ и не пропустите новые видео. Пока-пока!